Здравствуйте! Вы набрали код 812. Сегодня 13 августа. В этот день, в 1865 году, был открыт Санкт-Петербургский зоопарк, один из старейших зоопарков в России. Изначально это был частный зверинец. Он был открыт и содержался на собственные средства голландцем прусского подданства Юлиусом Гебгартом и его женой Софией. В государственное владение зоопарк попал в 1917 году, когда после революции был издан декрет о национализации частных зрелищных предприятий. С 1918 по 1941 год для управления зоосадом был создан ученый совет, в который вошли видные ученые того времени. Вместе с Ленинградом зоопарк пережил блокаду. Многие сотрудники зоопарка ушли на фронт, многие животные были эвакуированы в Казань, но были и такие, которые оставались всю блокаду в городе. Работники зоопарка продолжали содержать животных и демонстрировать их посетителям. За свою историю зоопарк закрывался для горожан лишь однажды, зимой 1941-42 годов. Но уже весной 1942 года он был снова открыт. 16 сотрудников зоопарка были награждены медалью за оборону Ленинграда. В память об их подвиге в 90-е годы было решено оставить прежнее название – Ленинградский зоопарк.